То есть получается вот это вот то самое предприятие, которое совершает противозаконные действия, а именно выбрасывает в атмосферу вредные вещества, сжигая какую-то продукцию, какие-то отходы, тем самым они доставляют неудобства жителям данного района. То есть там жилые дома стоят, получается, и здесь вот у нас вот происходят вот такие вот действия противозаконного характера, а именно нарушается федеральный закон об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха. Здесь, на этом земельном участке, у нас получается вот идет изготовление шлакоблочных материалов. Там стоят какие-то ангары, постройки непонятные, там вывесок никаких нет. Не знаем, что за предприятие и какая деятельность здесь осуществляется, непонятно. То есть территория у нас, конечно, вот этого, наверное, какое-то предприятие, а конкретно вот что здесь происходит. Но вот по информации, которая нам поступает от жителей данного района, здесь систематически сжигают какие-то отходы, какую-то продукцию. А, да, вот тут получается делают бордюры. Да, вот изготавливают бордюры из пятняка, из какого-то блочного материала. И тут же также видно, что есть пилорама. Пилорама, заготовка лома, какие-то покрышки. Видно, что есть следы гари, следы того, что было, что-то поджигали, что-то, значит, выжигали. Вот, пожалуйста, здесь вот, да, территория предприятия, тут же жилой частный сектор. Санитарно-защитные зоны, здесь этот закон о санитарно-защитных зонах, скорее всего, не соблюдается, потому что видно, что расстояние от жилых строений до предприятия, она незначительная, что противоречит действующему законодательству.